Добрый день, Цыпушкин Антон, игрок команды «Кристалл». Сегодня забил две шайбы, если не ошибаюсь, да, правильно? Да, так точно. Ну расскажи, как игра, как настрой у команды, как удалось добиться такого результата? Отличная игра, очень хорошая погода дала нам сегодня поиграть. Очень быстрый хоккей поначалу был, с трудом справлялись с этим темпом поначалу. Ничего, открыли первый счет. И нашу команду это понесло вперед еще больше. Так что отличный хоккей, хорошая игра. Был момент, когда «Металлург» почти догнал вас. Какие были эмоции, чувства, что думали, как действовать? Ну, да ничего, по плану. Это как бы игра, это хоккей. Чтобы никто не застрахован от забитых голов. Просто стиснули зубы. Как бы мы единая команда, поэтому действовали по плану, сделали все четко, дальше идем. Какие планы на будущий матч? Сколько вам еще? Только победы, и победы только вперед. Грызть зубами будем до последнего. Удачи вам, спасибо. Спасибо. До свидания.